Добрий день! Сьогодні з вами Київ, Хайдал. Будемо наносити декоративну штукатурку тип мармарин. Будет называться Грота. Грота будет делаться с мармарина фракция мини. Необычным способом будет наноситься в один слой. Подложка у нас будет просто закварцована кварцевой грунтовкой Штрейхуц. Скрыта инен латексом. Можно видеть, что тут без первого слоя песчинки выделяются. И заодно адгезия будет служить нам для наших липушечек. Потом будем их приглянцовывать. И остаточный вид такой будет иметь. Способ, значит, набираем материал на крышечку. Торцуем вот такой вот гладилкой. И переносим вот такие вот островки на саму стену. Буквально вот так вот 2-3 раза сделали. Опять возвращаемся к нашему материалу. Снова наносим. Материал пластичный, удобно нанесение. От толщины липушечки будет зависеть будет диаметр нашего будущего островка. То есть делаем мы не большие, не маленькие, средние, хаотичные. То есть если видим, что не хватает какого-то большого островка среди множества миленьких, просто берем туда липушечку, добавили, и уже будет схожесть с основной массой. И так продолжаем наносить. Потом будем протирать через пару-тройку минут. Главное, чтобы материал был оставался на нашей малке. Если его будет мало, будет полосить. То есть мы буквально раз, два, там максимум три. Все, достаточно. Набираем снова материала. Где не хватает, добавляем. Следующим этапом будет притирание с помощью этого шпателя. И в конце концов будет глянцевание. Глянцевание будет проводиться тоже этой малкой, так вот чисто. Все, теперь будем терминать. Немножко материала отдал воду, и тряпочка в руки, потолечек чистый, и слегонца прижимаем. Материал немножко осыпается, а то, что немножко остается на шпателе, мы его снимаем тряпкой. Усилие небольшое. Со временем усилие будем больше принимать. Наша задача сейчас создать саму плоскость. И желательно в разные стороны, то есть чтобы не в одну сторону не все тянулись, а разнонаправленно. Можно такими полукруговыми, вверх-вниз. Переминаем. Не забываем про углы. Уже материал немножко подсыхает, мы добавляем усилия. То есть уже с такой нагрузкой хорошей приминаем его. Так как в нашем мармарине присутствует мраморный наполнитель, за счет него мы нержавеющей малкой, гладилкой, мы его будем наглянцовывать. Из-за того, что там есть мраморный наполнитель, будет блестеть. Теперь наглянцовываем хорошим усилием. Ой. Вот с таким вот хорошим усилием, сильным. Снимаем не ноздир, а самой плоскостью, полностью плоскостью всей касается. И втираем.
Вот и все. Готов наш марварин, грота, лестничный пролет на 3 этажа, коридор. Вышло все хорошо, блестит под светом. Лайкайте, подписывайтесь и все такое.